Пришла с работы, перекусила. Я что-то устала. Вот не переношу я такую жару, девчонки, это ужас. Стирку запустила. Успею ее висеть на улице, чтобы она высохла. Пол-восьмого пойдем поливать огурцы. Помидор не тронем, потому что мы их вчера поливали, их через день поливаю. Конечно, жара, но я стараюсь, они же не любят влагу, через день их поливать. Так что вот такие вот дела. Дети дома. Мне нужно немножко на столешнице разобрать. Утром газ перемыла. Встала в 4 часа утра, вышла. Такая благодать, красота. А в 6 уже у меня без 15-6 звонит будильник. И печу повылазила. Звонит будильник. И в итоге у меня выходит, что без 15-6 уже солнышко прям очень сильно светило. И в 7 я пошла уже на автобус, и в итоге уже прям жарко было, очень жарко. А сейчас с работы шла, пока до автобуса. Это ужас, у меня прям по шее пот. Мы сейчас баню затопим. Мы сейчас затопим баню. Как раз огурцы польем и все помоемся. Так что вот так вот.